знать, что сейчас будет происходить. Во-первых, большое спасибо, что наконец-то сели. Я знаю, не завидуйте, у меня вам шикарный наряд. Это неспроста. Всем все видно, да? Всем все видно. А можно какой-то свет сделать, чтобы у меня тоже было видно? Если можно. Вам видно? Итак, девочки, все, каждый из вас знает, что я уже на протяжении многих лет стою на сцене, пою, веселю народ, но не только красавица. Я еще являюсь очень сильной женщиной, как вы видите. Могу фору дать любой моднице. За все годы моей творческой карьеры на сцене я выслушала очень много комплиментов. Не только в адрес того, как я офигенно пою. Скромничать не буду. Это номер, девочки, это не я. Я не только прекрасно пою, я еще и шикарно одеваюсь. Что пошло мне на руку. И в свое время я открыла фешенебельный магазин, где многие из вас закупали самые-самые-самые крутые наряды. И именно сегодня я так подумала, поскольку все девчонки в зале, мне очень хочется поделиться с вами своим опытом, как по-настоящему нужно одеваться в русском ресторане. Я знаю, что у очень многих такая дилемма. Мы все гуляем, мы все живем в Филадельфии, мы все одеваемся, наряжаемся, хотим удивить друг друга. И я так подумала, почему мне держать это все в секрете? Я просто вынуждена поделиться с вами со всеми своим изысканным вкусом. Еще раз можете посмотреть. Дело не в том, что ты купишь, а как это правильно сложить в правильный ансамбль, чтобы получать комплименты. Итак, девчонки, именно сейчас я предлагаю вашему вниманию впервые в Филадельфии шоу, презентация моделей русской ресторанной красавицы. Пожалуйста, встречайте первую модель в студию. Итак, наша очаровательная модель Инесса одета в самые стильные зеленые брюки, которые я когда-либо приобретала. Синие брюки в плотном комплекте с блестящей жилеткой, которую я носила на своем лице. Да, я была такая же худая, как Нина. Конечно же, перья, без перьев жить тоска. Ну и туфли, в которых можно ходить всего лишь 3 минуты для показа моды, которым мне приходилось работать по 6 часов. Пожалуйста, очаровательная Нина. Иночка, можешь поклониться. Специально для этого показа мод. Инна пошла в парикмахерскую. Салон Fusion by Lula. Моя бывшая подруга. Спасибо. Инночка, можешь занять позу? Манекенщица, пожалуйста. А я тоже. Следующая, вторая наша модель. Я попрошу вас встретить ее вашими бурными аплодисментами, которая также сегодня будет одета в эксклюзивный наряд из гардероба лучшей из лучших певиц города Филадельфии. Пожалуйста. У нас сегодня Инна. И Милочка одета также в мои блестящие любимые штанишки, которые ей не понравились в Лёш. Она выбрала себе свой стиль. Самое главное – найти себе себя. Также браслет, который был одет в традиционную костюм Breast Reduction. Этот же корсет можно носить Чарлиз Бабей. Если надо, можно приоткрыть и хорошо покушать. Спасибо, Мила, у тебя под книжка упала. Девочки, обратите внимание на эти очаровательные буквы. Это Мила сама себе подобрала к своему очень симпатичному наряду, который так
на все детали этих замечательных комбинаций. Очень подчеркиваю плоский животик. Ресторан Жерон.
Я сейчас